В отделении роддома Заинской центральной больницы родился мальчик весом 4 килограмма 930 граммов. Настоящий богатырь стал сотым ребенком, рожденным в Заинском роддоме. Третий ребенок родился в семье Александра и Анастасии Коноваловых. Выписка счастливой мамы и новорожденного проходила в торжественной обстановке среди родных и близких. Поздравил семью руководитель исполнительного комитета района Ильнар Хафизов. Примите искренние поздравления с прекрасным и важным событием, появлением на свет долгожданного ребенка. С рождением малыша жизнь родителей наполняется счастьем и удивительными открытиями. Мы гордимся и радуемся каждому успеху своих детей, от первой улыбки и первого шага до самых серьезных и важных событий в их судьбе. Наша с вами задача – воспитать достойных и успешных граждан нашей страны. Принимаемые ими решения в будущем напрямую будут зависеть от того, какими мы их воспитаем сегодня. С рождением третьего ребенка семья Коноваловых автоматически стала многодетной. В семье уже воспитываются две дочери и, наконец, появился долгожданный мальчик. Да, мы хотели мальчика. Вот это все мероприятие очень приятно удивило нас, что мы стали юбилейными в нашем роддоме. Хотела бы поблагодарить администрацию за подарки. Очень приятно. В честь дедушки назвали. Владимиром, в честь дедушки. Сколько лет вы уже вместе? Вместе мы уже 12 лет. Маленький Владимир Коновалов еще греется на руках у родителей и не подозревает, что стал сотым ребенком, рожденным в Заинском отделении роддома в год столетия Татарстана. В честь этой знаменательной даты его родители получили медали, подарки, приуроченные к юбилейной дате.